Я слышал, навелось много кипишу, что вышло новое обновление Twilight Fight. Ну да, вы видите. Вот здесь. Пройдите до уровня 631. Ну, короче, я 2 часа играл в эту игру, чтобы ради вас протестить этот открытый мир. Так, сегодня мы по-бырому этого скибери-террориста победим. Он нам ничего не сделает. Да, я копил на камерамена Титана. Наконец-то, кстати. Теперь мне не придется делать монтаж. Кстати, тот самый, который здесь. У меня все-таки нету кнопки, я расскажу вам секрет. Нету кнопки, это просто вот на паузу нажимаем и все. Ну, сейчас по-быстрому это вот тут. Давай. Теперь ты мне никто. Вот и все. Так. Шу! Ок. Можете посмотреть, на что способен этот титан. Ну, короче, жестко он способен. Вот. Вот. Советую вам покупать его, он поможет вам в развитии. Если вы видите, покупать ТВ-мена или камермена. Может, конечно, лучший вариант камермена, но он стоит дофигища. Привет, меня зовут Дибер, я буду помогать тебе в сборке этого робота. В последней битве туалетом удалось его разрушить, и основные компоненты попали в руки скипидистов. Мы с тобой должны собрать его обратно. Ок. Это наша с тобой машина. Я буду управлять ей, а ты будешь использовать антипаразитическую пушку для нейтрализации скипидистов. Время выдвигаться на первое задание. Ты готов? А можно я машину сделаю себе? Прямо сейчас мы с тобой отправляемся на секретное задание. Давай. Наша задача уничтожить один из аванпостов скипидистов. На первом должен находиться скипиди-череп. Крайне опасный босс, так как обладает смертельным кислотным ядом. Если нам удастся его победить, то мы сможем забрать первую деталь для робота, которую похитили скипидисты. Ну ок, давай. А где он, собственно? Блин. Придурки. Стреляй по нему. Скипидист впереди, стреляй. Где? Где? Я еще не понял, как ты пушкой управлять. Че так? Ух ты ж. Ему Женя. Осторожно, впереди скипидист. Стреляй по нему. Ок. О нет, скипидисты нас заметили. Быстрее, да. Стреляй по этому скипидисту. Я у вас управление, гад. Нашу машину быстрее стреляй. Скипидист впереди, стреляй. Да я знаю. Быстрее стреляй по этому скипидисту. Ща. Стреляй по нему. Ок. Скипидисты нас увидели. Скипидисты нас увидели. Да. Да? Ну привет. Отстань! Вы тоже отстаньте. Ух. Этой тачкой управлять как-то не. Ой, нет. Это капец как фиговое управление. Кто ничего не понял? Гараж. Мне кажется, или мы должны улучшить эту пушку. Но как?
Это трудно. Прямо сейчас мы с тобой отправляемся на секретное задание. Ну. Наша задача уничтожить один из аванпостов скибидистов. На первом должен находиться скибиди череп. Крайне опасный босс, так как обладает смертельным кислотным да ядом. Понял я. Если нам удастся его победить, то мы сможем забрать первую деталь для робота, которую похитили скибидисты. Отстань. Сейчас сломает нашу машину. Быстрее стреляй. Сейчас. Осторожно, впереди скибидист. Стреляй по нему. Не могу, ты есть. Стреляй по нему. Осторожно, впереди скибидист. Получай. Осторожно, впереди скибидист. На, петух. Осторожно, впереди скибидист. Пожри стреляй лазер по нему. Да стреляю я. Скибидисты нас увидели. Да уже увидели давно. В смысле? Так. Алкаш, привет. Почему она? Едь! Придурок, едь! Идиот, едь! Чё ты не едешь? А чё он не ездил? Погодите. Нового босса скибиди черепа сейчас расскажу, ну а ты обязательно давай ставь лайк и смотри до конца. Уровень начинает ретулы. Ну, ты не говорил мне, что там будут. Он, конечно же, не говорил мне. Не, ну графику можно было и лучше делать, потому что как у вас уже. На! Пока. Ну, сейчас легко вынесем. Так, ладно, открытый мир. Давай. Прямо сейчас мы с тобой отправляемся на секретное задание. Ну наша вот задача уничтожить один из аванпостов скибидистов. Я на надеюсь, первом должен находиться трудно скибиди череп. Крайне опасный босс, так да как лох обладает смертельным кислотным ядом. Если нам удастся его победить, то мы о сможем забрать первую деталь для робота, ну которую похитили скибидисты. Так. Бедные. Пацаны, я вам помогу. О, помогай. Стреляй по нему. Все, спасти вообще-то. Вы спасли пацанов. А там в видео уже говорилось, не спасти их уже. А мы спасли. Алембуа, пацаны. Как на них лететь? О, куда его попал? Попадаю. Мы их сейчас с Изи убьем. Стреляй по унитазу. Стреляю. Сейчас сломает нашу машину. Быстрее стреляй. Вы знаете, сколько за нее платить? Вы будете нам платить. Стреляй по унитазу. Все. Они нам, конечно, не заплатили. Кстати, может этих? Блин. Ну хелло. Да понял, что ты опасный. Привет. Мы валим. Отстань. Отстань. Отстань, Валера. Да мне эти Валерчики мешают. Отстаньте, Валерчик. Валерчик, отстаньте. Зря. Давай. Валера! Убей! Лохи! Сюда иди, мразь. Теперь этого придурка побеждаем. А как его типа победить? Ну. Валим!
Это все из-за тебя, водила! Дай, я буду рулить! Порулил! Прямо сейчас мы с тобой отправляемся на секретное задание. Наша задача — где ты? Уничтожить один из аванпостов скибидистов. На первом должен находиться Скибиди Череп. Крайне опасный босс, так как обладает смертельным кислотным ядом. Ну а если водитель будет не Диппер Кольт, тогда все норм будет. Которую похитили скибидисты. Сдохни. Стреляй по нему. Да отстаньте! Скибидист впереди, стреляй! Да что я им сделал? Скибидисты нас увидели. Ты же вроде разраб этой игры. Угомони. Ну ты тупой, даже не угомони. Странный ты. Сейчас я тебе... Давай.